Сегодня возобновил свою работу трамвайный маршрут номер 18 от Куликова поля до 16 станции Большого Фонтана. Всего на Фонтанском направлении действует 12 единиц подвижного состава. Из них 6 единиц на 17-м трамвайном маршруте и 7 единиц на трамвайном маршруте номер 18. Общий интервал на маршруте составляет на участке от Куликова поля до 11 станции Фонтанской дороги 5-6 минут. На участке движения от 11 станции до 16 станции Фонтанской дороги 10-12 минут.